Нападение на бизнесмена в Запорожье. Им оказался Игорь Дейнега. Накануне вечером неизвестные открыли стрельбу по автомобилю, в котором находился предприниматель вместе со своим товарищем. Один из мужчин получил легкое ранение. Медики оказали ему помощь прямо на месте. Автоматы нападавшие бросили на месте преступления, сами скрылись на мотоциклах. Это уже второе покушение на Дейнегу за последние полгода. В полиции открыли уголовное производство.